Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазины чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профи покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Холла-болла. Большое спонсорное, кто поддержал канал, подписываются на мои подписки. Я могу редко делать на ПК видео редакторе. Недавно я делал обзор на готовый комплект со стороны Авито сайта. У вас вызывало огромный интерес и куча просмотров. И было много просьба. Даниил, пройдись еще по компьютерным колонке Яндекс.Маркет и Авито, потому что все равно люди лень заказывать из-за разных объявлений. А здесь выбор можно не купить сразу готовый комплект. То есть хороший звук, качественный, отличный вид. Коротко отдавай. Компьютерная акустика стерео. Вторая. Суммарная мощность 6 ВТ. Это один. И второе. Третье. Однополосные колонки. Четвертое. Материал корпуса колонок пластик. Пятый. Разъем для наушников. А теперь переходим о характеристике. Подробные характеристики основных характеристики тип 2.0. Суммарная мощность 6 ВТ. РБС 120 ВТ. МПО. Материал корпуса фронтальных колонок сателлитов. Пластик. Функциональная возможность питания от сети. Интерфейса. Разъем для наушников есть. Акустика. Количество полос фронтальных колонок 1 ВТ. Мощность фронтальных колонок 3 ВТ. Дополнительная информация. Крепление на стену есть. Размер фронтальных колонок ШВГ. Ш-90 мм. В-165 мм. Г-116 мм. Особенности, как кнопка включения питания, ручка управления громкостью, разъем для подключения, наушники расположены на перед панелей. Ну что я хочу вам сказать
об этих людей, то, что мне говорили, что у них такая низкая цена, хорошее качество звука, надежность, таковых не дошел. И не обнаружил никакие недостатки. Не ломались ничего, на пол не ронялись. Колонки отлично работают с конца 2005 года. За это время я сменил клавиатуру, 3 мышки, системный блок и монитор, а колонки до сих пор работают. Вид более менее мощность, мне для маленьких комнат, зашибись, нету ничего лишнего. В принципе, за свою цену и качество. Несмотря на пластик, поют хорошо. Работают с декабря 2006 года. Работают хорошо. Будут делать им замену на акустику 5.1. Работают давным-давно. И чистый звук без хрипов и посвистов. Шнур питания был подлиннее. Но кто знал, что я их через 3 метра захочу протащить. Работали сначала на компе, потом на телеке. Маленькие в строении усилитель ночи. Их не слышно в соседней комнате, даже новостройка. Никакой шумоизоляции. Из-за 99% отсутствия басов, недостатки применения резистор, крутилка быстро заносилась, хотя крутил редко, 3 ватта пиковая мощность, рельданая, 1 ватта, телевизор и то громче и быстрее, громкости на уровне советского проводного радио, да и диапазоны частота, они больше подошли бы диктора слушать. Для музыки не годятся, разве что для стиля 8-бит. Комментарий. Работают у родственников 10 лет ежедневно, теперь перешли к комнате. Раньше у меня стояли колонки по 5.1 общей мощности 76 ВТ. В 1000 пришлось поставить СПК-067, потому что с работы приходится стало поздно, а 5.1 для ночи слишком бомбасит, да даже до минимальной мощности. Так что я могу даже сказать, что и что я говорил, надежность, качество сборки, низкая цена, высокая прочность, чумовой 120 ваттных звук и 120 ватт компактный. И пластика без хрипов, не самая лучшая эргономика, не самый надежный штекер. 2008 года бережной эксплуатации 5 рася. И одна колонка через раз стала работать. Как ас ей очень не подойдет ценивать музыки и так далее. Вещи вообще с товарами компании Куги Суси Мса, он же Дженниус, я знаком с 1998 года. И впечатление от продукции этой фирмы у меня больше положительных, хотя были случаи полного разочарования, но они были всего пару раз, а так как к этой марке у меня выбора в работе. Боталося устойчиво дерево доверие за эти годы, так что динамики эти из традиционного компании.